Итак, ребята, закончился сегодня конкурс, был лот продан, который в одном из роликов я анонсировал, что кто угадает цену, за которую он будет продан, получит гривну 96-го года. И первые 5 победителей, которые точно угадают, получат такую гривну, ну, либо тот один человек, который угадает хотя бы приблизительно. Я за час до торгов закрыл комментарий, чтобы никто не мог написать либо изменять свои комментарии непосредственно до торгов или уже после. Сейчас вот я их открыл, и давайте вместе посмотрим, что есть по комментариям. По комментариям 65 у нас, 6565 гривен, такая прикольная, прикольная цифра. Очень разнобой были у вас комментарии, разнобой были стоимости. Ну, давайте попробуем посмотреть, кто же эти победители, которые угадали, и есть ли такие. Еще не смотрел, сам не проверял, только-только включил комментарии. И вот для вас фактически вот ночью записываю этот ролик. 65-65. Вот мое видео. Оно вообще про подделки и монет. И вот в конце, собственно, этот конкурс. Кстати, давайте посмотрим, сколько людей следило за лотом. 62 человека, довольно много. Да? Видите, с ролика перешло, было там в районе 20, или сколько человек следило на начало. Ну, можно посмотреть видео. Давайте посмотрим комментарии. Так, реклама показывается. Ага, вот комментарии пошли. Те же две рекламы показываются, не буду смотреть. Так. 11500. Сначала, видите, я описал, что принял, но очень много было ваших комментариев, и я решил не отвечать на каждый из них, а просто вот сейчас будем смотреть, собственно, у кого похоже, у кого нужная цифра. Вот у нас так. До 6500. Ответ будет 6260. Есть такой неплохой ответ. 2000, 1600, 8, 3, 4, 5, 900, 6500. Ух ты! Давайте посмотрим. 6500 уже неплохой претендент. Да, давайте посмотрим, кто же ближе. 5, 2. Видите, ребята, чтобы понять цену, за которую продался этот лот, хоть приблизительно, посмотрите монету, изучите, за сколько была продана данная монета одна, и вы сможете посмотреть, понять, сколько приблизительно они все могут стоить вот в таких вот прикольных капсулах. То есть тут цифры, конечно, вообще. Вот 675, 4, 6 тысяч, тоже прикольно, 5 тысяч, 9500 у нас, 10 почти, и так, 1800, 2500, 9, ну, очень большой, конечно, разнобой. Гривну 95-го не подделывают пока цена не такая уж и большая, 1000 гривен, но я не встречал, вряд ли, но могут быть перерезы с гривны 96-го года, могут типа менять год, перерезать ювелиры, делать 95-й, ну там будет на гурте, понятно, 96-й, и перерез видно, так что будьте внимательны. Так, 11, так, 200, 300, 11, 3, 10, 600, 260, подписка, лайк, это я вам тоже поставлю лайк, спасибо, Андрей. Тогда отправим колокольчики, обязательно ставьте, чтобы у вас видосы прилетали к вам. Английский чекан, конечно, стоит хранить, ребята, обязательно, потому что это пробная монета, довольно прикольная, интересная, и сейчас с выводом мелочи данные монеты будут 100% дорожать. Я думаю, рост всех английских чеканов однозначно будет еще больше. Вот, у меня 25 копеек, кстати, есть.
Главное, чтобы состояние было хорошее. Так, дальше. 4, 8. Так. 5008. Много комментариев. Ребят, спасибо большое, что все включились. 6200. Вижу. 6500, вот второй вариант у нас есть. Я буду себе принтскрин делать. Кто приблизительно нас угадал, потом посмотрим, кто был раньше недели, но можно будет ему посмотреть более подробно. Более подробно, конкретно на сколько по времени. Если у вас будут одинаковые варианты ответов, самые близкие, посмотрим тот, кто раньше написал. 6400. 6500, видите, тоже 6500. Давайте смотреть. 6500. Почему не написали бы 6550? Уже бы интересно. Или 6505? А, сколько там у нас шаг был? Тут не видно. Надо посмотреть в том видео исходном, какой был шаг. Так, 7500, давайте смотреть. 2500, ну, вообще не попали. Угу. 4, 3. Так, 5100. Ставим лайк. Конечно, идет конкурс. Сейчас вот итоги подводим. Неделю назад. 4, так, 8. Все, ребята. Комментарии. Давайте напишем 6500 у нас. Посмотрим все комментарии. Кто указывал 6500 претендента? Ну, как же нам понять время оставленное? Кто был самый первый? А, ну, собственно, мы и так и видим. Мы видим их по времени оставления. Да, неделю назад самый первый, потом второй, третий, четвертый. Поздравляем, Ники, ты получаешь монету 1 гривна 1996 года. Ты был с ответом 6500 гривен. Это был первый ответ, самый близкий. Конечно, ответ дальше у нас тоже есть. Так что данный приз отправляется к тебе. Напиши, пожалуйста, мне в Telegram. Я, если по Украине, бесплатно отправлю тебе эту монетку. Телеграм будет указан в описании. Спасибо всем. Если понравился такой конкурс, пишите, я буду проводить чаще что-то такое подобное. Если и по другим конкурсам тоже пишите. Довольно прикольно, весело. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока.